7 ноября 2009 года. Каникулы кончаются, время остается мало. Давайте сыграем с листа. Я вам только что дал для фортепиано, правда? Да. И что там, инвенция Баха? Минуэт. Минуэт даже. Минуэт Баха. Соль мажор. Да? Соль мажор. Давайте быстренько сыграем. Молодцы. Это исполняли мой 10-й ребенок, 6-й сын Алексей Егор Владимирович, и мой 9-й ребенок, 4-я дочь Алексея Мария Владимировна. У меня, повторяю, 15 детей, 9 сыновей, 6 дочерей, от 40 до 4 лет. Вот мы подлежим вымиранию, но играем пока не. Нам еще позволяют в интернете, да? Выступать нигде нам запретили в городе. Спасибо, Господи, Алексея пустить никуда. Ни на каких инструментах, хотя каждый из детей играет на 10-15 инструментах. У нас единственный в мире семейный детский духовой оркестр. И нам не дают выпускать, потому что из 6 миллиардов должно остаться один, и русских там нету. Мононациональный режим правящий не допустит, нас всех изведет. Вот мы готовимся помирать с музыкой. Да? Веселее помираем.